Тебе налить? Нет, у меня есть. Спасибо. Проблемы на работе? Нет. Но я же вижу, что ты сама не своя. Что случилось? Ничего, просто была у врача. Ты заболела? Да нет, я год наблюдаюсь в перинатальном центре. А, господи, да. Прости. Ну и что? Жень, тебе нужно пройти обследование. Мне? Нет. То есть ты думаешь, что причина во мне? Я от тебя кое-что скрывала. Ты о чем? То, что я в студенческие годы сделала аборт. Аборт. И ты только сейчас мне об этом рассказываешь? Когда это было? Кто отец ребенка? Это вообще не важно. Студенческая любовь. Жень, не заводись, это просто глупая ошибка. Ошибка? Я правильно понимаю, что из-за этой ошибки мы сейчас не можем иметь детей? Врач говорит, что проблема может быть не во мне одной. А, то есть это я стреляю в холостую, да? Я об этом не говорила. Чтобы найти причину, нужно нам вместе пройти обследование. Подожди, стоп! Я правильно понимаю? Мало того, что меня рассказала про аборт, так ты теперь хочешь всю ответственность переложить на меня и опозорить. Жень, что за чушь ты несешь? Послушай, послушай, я в молодости глупых ошибок, как ты говоришь, не совершал. И со здоровьем у меня, слава богу, все в порядке. Что в тебя вселилось? У тебя проблемы какие-то на работе? Прости, я должна была сказать тебе об этом раньше. Так почему не сказала? Что боялась такой реакции. Какой реакции ты от меня ждала? Какой реакции? Что я тебя должен обнять, поцеловать, утешить, да? И абсолютно наплевать на тот факт, что еще задолго до нашей свадьбы ты лишила меня возможности стать отцом. Ну, прости. Прости, что тебе досталась бракованная жена. Лена! Лена! Кость, почему отчет до сих пор у меня не на столе? Елена Михайловна, так вы же сказали к вечеру. К вечеру? Мне их нужно прочитать. Извините. Саш, а что у нас с Dow Foods? Почему не переслали договоры? Их еще переводят. Мы же только с утра. С утра, вечером, после дождичка в четверг. Елена Михайловна, да мы стараемся. Но нельзя же требовать невозможное. Что такого невозможного я требую? Соблюдать сроки? Надя, а где продажи по третьему цеху? Часто она так быструет. Да в первый раз, я еще никогда ее такой не видел. Послушайте, наша сторона заинтересована в решении этой проблемы не меньше, чем ваша. Мы не сомневаемся. В былые времена люди и за меньшие деньги лишались не только имущества, но и жизни. А у вас обоих и имущество, и семьи. Но про жизнь этого того. Времена нынче не те. Времена, может, и изменились. Но не настолько, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Послушайте, мы соберем эти деньги, разберемся. Если не хотите серьезных проблем, разбирайтесь быстрее. Собирайте наши бабки и отдайте их нам. Да соберем, дайте только время. Неделя максимум. Неделя. Неделя — это нереально.
За неделю Господь создал мир. А у вас есть неделя для того, чтобы спасти свой. Все, мы попали! Где мы за неделю столько бабок возьмем? Наличными, а? Где-нибудь возьмем. Главное сейчас это не паниковать. Ты вообще сейчас слышал, что они сказали, а? Эти бывшие братки из 90-х открытым текстом угрожали нам и нашим семьям. Долг возьмем. Мы и так уже всем подряд задолжали. А кому не задолжали, те уже знают, как мы обделались. Кредит доверия к нам сейчас ниже плинтуса. Скажи мне, сколько бабла мы сейчас можем вывести? Если выведем сейчас, потеряем как минимум половину. А если банкротство? Женя, ку-ку, ты еще не понял, с кем мы дела ведем? Им нужны либо бабки, либо наши скальпы. И банкротство для них лишний повод заточить топоры. Значит, будем продавать. Что продавать? Да все продавать! Фирму, оборудование, машины, дома, все! Все, что есть! Все равно не хватит, как ты не поймешь, а? Бабки слишком большие, мы с тобой их не потянем, как ни старайся. Жень! Ну что, говори! Только выслушай и не перебивай. Если мы проведем часть средств через компанию твоей Елены и обналичим, ну мы же уже так делали. Все же, это тебе не чужой человек, жена ведь, а? Да мы поссорились с ней очень сильно. Твою ж мать, нашли время, поссорились они. Ну так помиритесь. Она со мной не разговаривает несколько дней. Я не знаю, как наладить с ней контакт, она даже трубку на меня не берет. Придется тебе включать все свое обаяние, потому что счетчик уже включен. И от того, как скоро ты помиришься с женой, в прямом смысле, и зависит наша жизнь. Есть. Есть одна вещь, которая может помочь. Жень, что бы это ни было, сделай это. Даже если руку на отсечение потребуют, ты скажешь, да, дорогая, передай, пожалуйста, нож. Ладно. Твою мать, а? Я очень рад, что вы согласились на эти обследования. На что не пойдешь ради любимой женщины? Самое главное помните, что если даже выявится причина бесплодия, и она окажется неизлечимой, есть другие способы завести детей. Ну, например, взять из приюта. Я уверен, с вашим материальным положением и статусом органы опеки вам не откажут. Мы знаем. Но пока есть надежда, мы не будем сдаваться. Я уверен, что все будет хорошо. Все покажут ваши анализы. Только после этого можно будет делать какие-то выводы. Спасибо. Спасибо, Жень, что согласился на эти анализы. Лена, я готов хоть каждый день сдавать эти анализы. Только чтобы заслужить твое прощение. Прости меня за то, что наговорил тебе всякого. Да я тоже виноват, ты мне прости. Надо было раньше тебе все рассказать. Все, все. Забыли и про ссору, и про историю с абортом. Взяли и забыли. Я не хочу, чтобы ошибки прошлого мешали нам жить. Оп! Держи. Давай. Давай больше никогда не будем думать о нашем прошлом, а сосредоточимся исключительно на нашем будущем. Да, Жень, ты прав. Я уверена, у нас все будет хорошо.
Может, мы зря волнуемся, просто детей как-то не так делаем. А как же их еще делать? Ну, наверное, есть особые условия, там, станцевать голым при полной луне, три раза плюнуть через левое плечо. Я скучала. Я тоже. Очень скучала. И, кстати, сегодня полная луна. Поехали домой. Поехали. Сегодня полнолуние. Я слышала, это влияет на такие дела. Лен, ну, Лен, ты меня извини, но мне сейчас правда не до шуток. Жень, ну, такое случается. Не расстраивайся. Тем более, у нас давно не было близости. Это у меня давно отпуска не было. Все мысли только о работе. Ни о чем другом вообще не могу думать. Что-то случилось? Это у меня нервный срыв скоро случится. Атакуют со всех сторон. В смысле? Да не перевкуй, не хочу тебе впутывать в свои дела, я сам справлюсь. Ну, ты раз уже сказала, говори бы. Мы договаривались друг другу все рассказывать. Скажи, может, я помочь могу? Если вкратце, мы заключили неудачную сделку не с теми людьми. И теперь они требуют свои деньги назад. Ну, верните. Да мы бы с радостью. Но эти деньги мы уже вложили в ценные бумаги, как изначально договаривались. А продавать их сейчас, ну, просто не представляется возможным, потому что они резко упали в цене. Я уверена, что можно договориться. В другой ситуации с нормальными людьми, но не тот случай. Ну, раз ты уже так признаешь поражение, то действительно дело дрянь. А я про что? Ладно. Ты извини, что гружу тебя своими проблемами. Нет. Ты меня извини. Ты мой муж, я твоя жена, а твои проблемы – это мои проблемы. Давай завтра на свежую голову обо всем поговорим. Давай. Все будет хорошо. Я надеюсь. Есть много способов обналички крупных сумм, но везде есть свои трудности. Я знаю это, Ирина. Ближе к делу. Вот, например, возьмите вариант с использованием товарных знаков франшизы. Нет, нет, это сложно. Придется оформлять товарный знак ФИПС. Ну да. Евгений, с вами все хорошо? Да, да, все в порядке, просто голова раскалывается. Сосуды. Вам повезло, я отлично умею снимать спазм сосудов. Да не надо, сейчас само пройдет. Я правда умею. Доверьтесь мне. Лучше? Да. Вроде лучше. Ирина, вы не оставите нас наедине? Да, хорошо. Ты помирился с женой? Помирился. Ну и что? Ничего. Она сказала, что попытается достать нам деньги, но на короткий срок и с гарантией возврат. А, ну, слава богу. Пока дойдет до возврата, мы будем ж далеко. Марк, ты идиот? Возвращать придется моей жене. А, да? Ну, прости. Ну, отдадим, что ты. У меня тут новый клиент нарисовывается, очень богатый чел. Кто такой? Он иностранец. В России занимается клубным бизнесом. Иностранец? А откуда? Из Колумбии. Нет, ну ты точно идиот. Мало тебе наших братков из 90-х. Так ты бабки еще хочешь с колумбийцами отмывать? Да ладно, ладно, что ты завелся-то, а? Я ж как лучше хочу. А ты знаешь что? Если тебе выстрелить в голову, то ничего не произойдет. Да? Да? Почему? Да потому что у тебя мозгов нету. Зато у тебя, я вижу, не голова, а счетная палата.
Надеюсь, ты еще не посвятила Ирину в то, чем мы с тобой тут занимаемся. Что она знает? Она знает ровно столько, сколько ей нужно знать. И она очень умная и шарит в наших с тобой делах. Кстати, предложил пару неплохих схем по отмыванию бабок. Гораздо лучше, чем твои. Ну так, может быть, ты займешься ей плотнее, а? Заодно и свои сексуальные проблемы решишь. Тем более же видно, что у Ирины-то по уши в тебя втрескалась. Слушай, а может, у тебя только на жену не стоит, а? Ну, давай, давай, давай. Что ты хочешь? Ударь? Давай, а? Да пошел ты. Ну ты монстр, Женя. Повезло твоей жене. Да? А ты меня не обманываешь? Я никогда не вру, босс. Только мы с тобой договорились. Об этом никогда никто не должен знать. Я не хочу разрушить собственную семью, ясно? Да, конечно. Я понимаю. Знаешь, я вот о чем подумала. Я смогу помочь вам с возвратом долга. Но... Ну что? Договаривай. Но для этого вы оба должны посвятить меня в то, чем действительно занимаетесь. А ты знаешь, что сделали с любопытной Варварой на базаре? Знаю. Оторвали нос. Правильно. Ну, пусть лучше оторвут мой нос, чем твою голову. Такую умную голову. Эти парни шутки не шутят. А что конкретно ты предлагаешь? Я предлагаю спасти ваш с Марком голову. Только и всего. И я знаю, как. Мы подумаем. Подумайте, подумайте. Пока есть чем. Слушай, извини, что так поздно, совещание, вообще не мог разговаривать. Ты знал, что жена Ивашова умерла? Чья жена? Алексея Ивашова. Семья его год назад из-за меня пострадала в ДТП. Сказал, что его жена идет на поправку. Тут написано, что она умерла. Не может быть. Нет, ну я когда с ним разговаривал, с ним было абсолютно все в порядке. Честно. Я убил человека. Перестань. Мы с тобой уже об этом говорили. Это был несчастный случай. По моей вине. Она сейчас мертва, по моей вине. Ну, ты не можешь этого знать. Ты не можешь этого знать. Может, это были осложнения после операции или еще что-то. Какая разница? Она попала в эту больницу из-за меня. Лена, Лена, послушай меня. Мы сделали достаточно для нее и ее семьи. Хватит себя корить. В конце концов, это было год назад. Пора перестать жить в прошлом.
Здравствуйте, Наденька. Елена Михайловна на месте? Нет. Елена Михайловна сейчас на встрече, будет во второй половине. У вас что-то срочное? Можно и так сказать. В цеху возникла проблема, я не вправе ее решать без согласования с директором. Евгений Андреевич. Здравствуйте, Ирина Витальевна. Я просто хочу сказать, намечается очередная аудиторская проверка. И что? Пойдемте в офис. В наших документах не все в порядке. И? Я могу сделать чистый баланс, но при условии, если вы полностью введете меня в курс дела. Кстати, вы подумали с Марком над моим предложением? Итак, сколько ты хочешь? Ведь не бескорыстно же ты спасаешь наши с Марком головы. Я хочу 15%. 5. Согласна. Надя, я сейчас не могу, я занята. А когда вас ориентировочно ждать? Я не знаю, а что-то срочное? Ну, вообще, да, вам тут звонили из главного офиса. Мансуров недоволен, что вас нет на месте. Если будут снова звонить, скажи. Я же скоро буду в офисе. Проходите, проходите. А, так, сюда. А, вставайте. Мы готовы? Готово. Камера идет. Сначала представляемся и сразу переходим к тексту. 3, 2, 1. Начали. Я Смирнова Марья Петровна, директор детского дома. Этим интервью я хочу привлечь внимание местных властей к проблемам финансирования детских учреждений, таких как наш. Вот уже 2 года мы не можем сделать элементарный ремонт в комнатах, где спят дети. Все компьютеры в классах уже давно устарели, и попросту современные программы не устанавливаются. Ну что, Ирина, теперь вы в курсе всех наших дел? Ну, сразу говорю, все вами услышанное должно будет умереть в этих стенах. Благодарю за оказанное мне доверие. Нужно заметить, что наше с Евгением доверие дорогого стоит. И в прямом переносном смысле.
5% это очень хорошие деньги. Поверьте, я не подведу. Могу я идти? Да, конечно. Ты ей веришь? Ну а что, у нас есть выбор? Пропадать так с музыкой. Если уж суждено помереть, то пусть последним, что я увижу, будет попка нашей Ирины. Помру с улыбкой на лице. Дружище, ну ты прям романтик. Кто бы говорил? Слушай, ты поди с ней давно уже не в деловых отношениях, а? Эй, алло. Между мной и Ириной не может быть ничего. Я женат. Ты забыл? Да, 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 да. Слушай, ну раз такие дела, тогда ты не будешь претензий, если я протестирую мышную компонентку, а? Вот об этом даже не думай. Это что? Сам не берешь и другим не даешь? Господи. Марк, я иногда на тебя смотрю и думаю, какого черта я с тобой связался, а? Нам светит либо дно морское, либо срок. А все, о чем ты можешь думать, это попа нашей бухгалтерши. Да. Да. Я вот думаю, может, у тебя и правда мозгов нет. Ну, или они в другом месте. Да ну тебя. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте, Роман Юрьевич. Что, уже закончили с расчетом? Да. И еще у нас случилось ЧП небольшое при прицепе. Пойдемте в кабинет. Прошу. Спасибо. Роман Юрьевич, проходите в кабинет. Елена Михайловна. Сегодняшних посетителей я перенесла на завтра, и вам снова звонили из главного офиса. Ну, я сказала, что вы на встрече. Правильно, Надя. Ну, они спрашивают, на какой встрече, но я сказала, встреча связана с установкой нового пожарного оборудования. Молодец, спасибо. Ну, рассказывайте, что у вас там? Прошу. Я извиняюсь. Пока вас не было, я на свой страх и риск решил пару вопросов без предварительного согласования с вами. Какого рода вопросов? На час пришлось остановить линию в третьем цехе. Мастер повредил руку. Угу. Спасибо, Роман Юрьевич. Вы прекрасно справляетесь с вашими обязанностями в мое отсутствие. А пока приехал сменщик, линия стояла. Вот это плохо. Вот именно поэтому я выступаю за полную автоматизацию производства. Многие, конечно, будут не согласны. Не буду врать, меня тоже волнует моральная сторона вопроса. Я не против. Вы подготовили расчеты? А, да, конечно. Простите. Пожалуйста. Правда? Я думал еще сократить расходы за счет... Впечатляет, Роман Юрьевич, ваша целеустремленность и инициативность. Да, на бумаге это выглядит, конечно, заманчиво, но я пока не готова оставлять сотни людей без работы. Елена Михайловна. Извините, мне нужно работать, Роман Юрьевич. Да, конечно. Не буду мешать. Тимка, осторожней. Алексей! Лёх! Лёх, ты дома?
Леха! Лёх, подъем! Твою ж дивизию. Ты чего так пугаешь-то? Опять дверь у тебя открыта. Забыл закрыть ее. Опять на тебя жалобы от соседей поступают. На этот раз чего? Чего? Опять то же самое. Чего? Шум, подозрительные личности в доме. Ты опять своих дружков-алкоголиков приводил. Ну, передай соседям, что мне искренне жаль, и такого больше не повторится. Слушай, Лёх, ты столько времени не держался. Чё опять запил? Чё в бутылку-то полез? Органы опеки приходили. Максим забрали. Я поэтому сорвался. Да и какой смысл? Трезвенника из себя строить. Ну, Максим хотел подарить на день рождения. Сочувствую. Я чем-то могу помочь? Да, чем-то поможешь. Суд все равно меня лишит родительских прав, как пить дать. И всем наплевать, что у нас горе в семье. Для них я просто алкаш. Ах, Леха. Я понимаю, тебе тяжело без Наташи. Ну, выпивка, ты ее не вернешь. Может, хватит пить-то уже, а? Ты босы не подумал. Так и я подумал. Я тут завещание составил. Ну, если со мной чего случится, ты, пожалуйста, я прошу тебя, Олег, ты помоги, чтобы эта квартира, ну, Максим осталась, хорошо? Ты это... Давай без этих разговоров. Давай, бери себя в руки, ты же десантник, хоть и бывший. Так, Олег, послушай меня. Хватит мне морали читать. Ты чего пришел? Ты сделал свою работу? Сделал. На вызов отреагировал. Давай, все, прошу на выход. Да хорош уже хоронить-то себя, ну. Еще не все потеряно. Можешь еще сына вернуть. Хочешь доказать суду, что ты не алкаш? Завязывай бухать. Выходи на работу. Нет работы больше. Мастерская закрыта. Персонал разбежался. Как это? То есть, что случилось-то? Хозяин базы, где у меня ангар находился, поднял аренду на помещение, на электричество, на воду. Еле с работниками рассчитался. Ага. А ну бухло у тебя, значит, денег хватило. Да я не понимаю, что ты прицепился-то к этому? Олег, я заснуть не могу, если я не выпью. Ну, это для меня, как, я не знаю, ну, как наркотик, снотворное. Я ж не пил при сыне. Понимаешь? Понимаю. Че, я тебя первый день, что ли, знаю? Знаю, как вы с Наташей жили. Ну, я же у вас свидетелем на свадьбе был. Помнишь, как мы ее украли? Да, вот смеху-то было. Я поняла. Хорошо. Я постараюсь. Я перезвоню. Садись, подвезу. И куда же вы меня подвезете, Марк Викторович? Сюрприз любите? Обожаю. Поехали.
Как вкусно пахнет. Макароны, они не пахнут. Как день прошел? Ты куда пропала? Я тебе целый день звоню, а ты абонент, не абонент? Да, в офисе была, совещание на совещание. Потом решила телефон выключить. У тебя все в порядке? То вроде да. Чего спрашиваешь? Ну, ты бы видела себя со стороны. Еще бы не так беспокоилась. Ты часом от меня ничего не скрываешь? Да нет, вроде. Устала просто. Слушай, ну я тоже устал. У меня аврал на работе, но я при этом не хожу по дому, как кентервильское привидение. Ну, прости, я так не умею переключаться, как ты. Угу. Да, кстати, я не смогу вам с Марком помочь. Обоснования для кредита недостаточно. Недостаточно? Мы же уже так делали. Сроки погашения другие, сумма очень большая. Подожди, подожди, но разве самому холдингу не будет выгодно, если мы... Хорошо. Хорошо, будет вариант, который устроит всех. Мы с Марком что-нибудь придумаем. У меня работы полно. Сейчас поужинаю и снова за компьютер. Лена, М? Не надо загонять себя так. Я не загоняюсь. Просто не могу же я все время изображать веселую женушку. Это ведь все из-за той женщины. Жены Ивашова. Пожалуйста, давай не будем касаться этой темы. Я прекрасно знаю, что ты думаешь по этому поводу. Я думаю, что ты не права. Ну, послушай, на себе лица нет. Ты постоянно находишься в подавленном состоянии. А мне что прикажешь сделать? Ужин готов. Сегодня просто макароны с сыром. Прости. Ну и на этом спасибо. Вот вы все в этом, женщины. Как вам можно доверять, а? Вы о чем, Марк Викторович? Да все о том же. А как же Евгений, а? В смысле? Ну как? Ты же вроде с ним. И вдруг теперь со мной, а? О, мы уже на «ты»? Да. Простите. Я вас пригласил прокатиться. Ну, вы пригласили, а я согласилась. Но если вас это смущает, то я могу уйти. Нет, меня это не смущает. Скажу даже больше, мне это нравится. Ну, вот хорошо. А с Евгением Андреевичем у меня чисто деловые отношения. Деловые отношения – это хорошо. Но я предпочитаю находить к сотрудникам индивидуальный подход. Да? Да. Особенно к таким перспективным, как вы, Ирина. Вас ждет активный карьерный рост. Ну, если, конечно, мы подружимся. Ну, так что? Я вас поняла, Марк Викторович. Вы хотите со мной переспать? Да? Да. И это будет нашей маленькой тайной. Да? Люблю честных мужчин. Честных? Нет, Зая. Все, что я нажил, заработано очень нечестным путем. Мы с Евгением давние партнеры. Мы отмываем грязные деньги. Очень грязные. Мы плохие мальчики. Это я уже поняла. Но, думаю, здесь не время и не место говорить о работе. Так на чем мы там остановились? На маленькой тайне, кажется. Послушай, тебе разве можно? Я не на службе. Если еще и не на службе пить запретят, я вообще уволюсь. Наш человек.
К тому же, лучше я тебе компанию составлю, чем эти забулдыги, которых ты с улицы таскаешь. Перестань. Нормальные люди, просто их общество не понимает. А? Эти нормальные люди тебя напоят и ограбят. Бывали уже прецеденты. Послушай, самая цена у меня уже отобрали. Сначала жена, теперь сын. Вот. У меня остался ноутбук. Это единственное оружие против одиночества. И много уже виртуальных друзей нашел? Так там за сотню уже перевалило. А я все принимаю, никому не отказываю. Ну что, давай? Давай. За их здоровье, кем бы они ни были. О, еще кто-то постучался, друзья. Примем. Одним больше, одним меньше. Бухайте тоже виртуально. Не, почему бухаем, как полагается, только они по одну сторону экрана, а я по другую. А виртуальная дружба? Ну, бред. Ну, как можно дружить с человеком, которого ни разу в жизни не видел? Можно. Просто они всегда с тобой, а не торопятся домой, как некоторые. Лёх, слушай, ну ты прости, ну правда, завтра на службу. Не, я бы еще посидел. Да ладно, иди, что ты извинишься. Спасибо, что зашел. Ой. Лёх, чё? Ты сделай одолжение, не ходи никуда, а? Я никуда не собирался, я вышел. Еще побухаю с виртуальными друзьями. Давай, иди. Давай. Так тебе, для тебя лучше. Ну, правда. Давай. Дверь захлопни. Может, уже в кровати? Время за полночь. Жень, я работаю. Что там за работа такая, а? Изучаю предложение по автоматизации производства. Ух, уж не знаю, гордиться тобой или беспокоиться. Ладно, если надумаешь, ну, конечно, если надумаешь, что в спальне тебе всегда рады. Окей. Так и знал, что ты дома не останешься. Давай, пошли, брат. Идем домой. Давай, давай, давай. Давай. Вот, вот, вот. Молодец, вот так.